понедельник, 2 октября, в Твери начнется запуск отопления в жилые дома и объекты социальной сферы – школы, детские сады, больницы, поликлиники, иные учреждения образования и здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В данный момент на тепловых сетях завершились гидравлические испытания. С мая по сентябрь было выявлено и устранено 307 повреждений на магистральных сетях и 206 на разводящих. Кроме того, управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК проведены работы по подготовке тепловых узлов и внутренних систем отопления жилых домов. Подключение объектов социальной сферы планируется произвести за 3 дня, с понедельника по среду. Одновременно отопление появится и в жилых домах.